кнопку 43. Да ты задолбал. Короче, здравствуйте, это канал Максим Ладзи и... Модный летсплей. Модный летсплей в Майнкрафте, да. Короче, в прошлой серии мы с тобой были адскими парнями. Сходили в ад, поставили мод, который сохраняет инвентарь. В чем, чего тут... Потому что мы изначально так хотели сделать, но команды не работали почему-то. У меня, кстати, броня кончилась, забыл тебе сказать. У меня тоже. Надо сделать новую броню. А еще я сделаю по регенерирующему мечу нам обоим. А еще у нас кончилась вода в карьере. И мне пришлось его восстанавливать. С водой проблем нету никаких. Вода вон в озере есть. Ой, блин, песок на меня упал. Все. Надеюсь, сейчас можно подавать. А нет, нельзя еще подавать. Воды нет в нем. Он остывает, но блин, воды еще в нем нет. Ни шиша. Песок упадет. Блин, да что ж такое, а? Мне нравятся способности этого... Сейчас опять песок упадет. Ну да. А ты где есть? Я тут... Под землей. Да еб... А. Сейчас песка я соберу тебе много, блин. Потому что тут песок падает. На меня прям. Блин, у меня такой домик аккуратненький, красивенький получился с высоты. Надо будет лестницу перестроить. У меня тоже. Надо лестницу будет перестраивать. Да, лестница не так красиво выглядит. Да мне надо лестницу развернуть, по сути, немного в сторону. Еще камни сейчас надо будет на переплавку закинуть побольше. Так, надо землю это заложить. А, я это изнутри сделаю. У меня места в инвентаре совсем нету, да. У меня вот опять кончилось. Лыжник, в смысле камень. Так, это земля. Надо идти закладывать на переплавку ресурсы. Когда-нибудь мы обязательно это все, блин, доделаем. Конечно. Поскорее бы уже доделать этот карьер. Точнее, не карьер, а доделать бы это все дело. То теплица все стоит, да. И стоит все никак доделать не можем. Опять кобальт где-то. Ой, это коблин где-то тут. Я слышу где? Его, блин. Я слышу его где-то. Я чувствую его запах. А ты где вообще? Под землей где-то, под домом? Нет, что ли? Тут, рядом с карьером тут стою. Рядом с карьером, вон он, да ты, да? Вот, все. Стой, стой! Я тут песка, короче, набрал. А, это ты. Песочек нужен тебе еще, нет? Да, нужен, конечно. Ну, я чё? Тебе скинул, а песчаник не надо? Песчаник я из него что-нибудь построю. Короче, я в сундук положу его тебе. Ну все, клади в сундук, сейчас будем... Я буду так, все равно дальше наращивать. Вот эзритовые руды я у тебя немного возьму. А зачем? Сделаю меч, меч нам обоим сделаю. Ну ладно. А, мне одна Жди штучка, мне одна штучка нужна. Ай, промах. Одна штучка нужна для того, чтобы сделать такой меч. Адский промах. А у меня броня, слушай, кончилась практически. У меня тоже, мне что надо делать? Тоже сделать новую броню. Реалмит, у меня 10 штук всего реалмита. Надо из нее сделать броню. Так, надо сейчас посмотреть, что у меня есть. Ну, реалмитовый шлем сделаю. Старый отложим. Так. О, слушай, так я же могу этих циклопов. Больше из реалмита, что у меня не хватит.
Так, у меня начало кончаться. Так, у меня стрелы кончились. Из меди броня не делается случайно? Хотя медь, она хуже, чем железо, по-моему. О, золото. Ну-ка, где железо-то у меня? Вот оно. Делаем все железное себе. Бегающее золото, беги ко мне. Бегающее золото. Давай, старый давай. Медленник. Достать не путь меня. О, слушай, а я когда эфрит, я выбиваюсь из золота. Ну да. С каждого абсолютно. Естественно. Блин, это шикарно. Да. Я уже 4 золота себе нафармил так. Так, железное обратно сюда. Так, песок опять кончился. А чем лучше всего собирать? Чего не растет? Как... Кого собирать? Кактусы лучше всего чем собирать? Не знаю. Я руками собирал. По-моему. Достаточно нижний блок просто сломать и все. Ну я и так нижний блок ломаю. Всегда. Сегодня предлагаю это пойти снова в сумеречный лес и там в лабиринт Минотавра отправиться. Идея хорошая, я поддерживаю, только сначала я соберу как. А, надо сначала сделать этот меч. Я же говорил, что сделаю меч из этого. А я пока кактус собираю. А, у меня в печке он остался. Раз, два. О, я больше. Восстанавливать 0,5 сердец при использовании. Мало. Но тем не менее. Для начала сойдет. Ну да, тоже верно. Сколько его использовать-то можно? Что-то тут не указано, сколько использования у него осталось. О, почти 2 стака я собрал. На, держи меч. Своего огородика. Я тебе кинул меч тот. Куда ты мне его кинул? Да вон лежит, Ладно. Короче, правой у тебя кнопкой... Песка еще не найдется? Нет. Правой кнопкой, жалко. Короче, жмешь, он тебе здоровье пополняет. Я пока, правда, не могу проверить, у меня целое здоровье. Поэтому сейчас... У меня тоже. Из циклопа будем бить. Закусись с циклопом, вот, и проверишь. Да, причем он еще и звук такой издает, блин. А, блин, кончились кактусы. Это что еще такое? Это что еще? Это что за проход тут подземный, блин? Где? В карьере. Сейчас посмотрим, где там у тебя проход подземный нашелся. Может, ну этот, разве это не ты выкапывал такой проход? Сейчас посмотрю, это... погоди. Потому что карьер бы, я думаю, так бы не вскопал проход. Да как там, где там? Я не вижу, погоди, где. Вот это вот? Да. Где я стою сейчас? Да? Так это ж я шахту раскапывал. Ты что, не помнишь, что ли? Я не видел это. Я вот докуда дошел здесь даже. А, кстати, адского паука проверить нужно. Так, адский паук не умеет лазать, к сожалению, по стенам. Поэтому всё, дальше мне нужен обычный паук. Зеленый может лазать по стенам? Может. Можно, проверь. Может, да. Здесь жопа. Да ну. Здесь все просто забито. Жестко, жестко, жестко. Вот у паука этого адского 50 здоровья, жаль, если поставишь моду у того, у кого здоровья много, оно не прибавляется у нас. Хотя, с другой может стороны, быть, это можно тогда вообще бессмертными сделать нас.
Но этот меч рекомендую экономить, конечно. Тратится он. Ну, он да, махом бывает тратится. Честно, надо по все ресурсы сюда прикладывать. Подожди-ка, камень здоровья. Ну-ка, мне надо к циклопу побить еще одного. Камень здоровья, он не здоровье ли пополняет мне? Так, блин, срочно надо тормозить карьер, здесь сундук опять забит. Стоп, машина. Не успеваю. А, он одноразовый только. Не успеваю этот сундук открыть уже. Опять блин, задолбал. Короче, я А у жду, нас, когда ты будешь знаешь готов в что? сумеречный лес идти. Да сейчас надо раскидать А то карьер. пока Ты ты бы уж своими помогла бы делами. мне. У меня тут свои дела. Видишь? Ой, у меня там свои дела. Кое-что надо сделать. И что же ты хочешь сделать там? Потом узнаешь. Опять что-то копаешь где-то. Так, раз, Нам два, надо три, раз, помойку будет три. создать. Слушай, нам надо будет помойку делать. Давай, да, вообще легко. Это яйцо, это опять яйцо, что ли, у меня там появилось? Да, точно. Ну-ка. Нет, из него тоже ничего не выпало. Все, вот теперь можно все это собирать. Фух. Так, надо разгрузить инвентарь от хлама. Да. Так, у меня есть 4 золота, плюс у меня есть еще 10 золота, плюс у меня есть еще 3 золота. 17 золота у меня есть всего пока что. Можно будет фонарики сделать тогда? Да, светопыли тем более много сейчас. Ну Но для да. ее создания там много светопыли, то есть особо не надо. Гранит этот не нужен мне вообще. Слушай, у нас ворон... А, нафиг нам воронки тогда. Если у нас есть такие вещи. Так, ладно, теперь... Хлопс, хлопс. Клопс, клопс, Теперь... крэкспекс, скажи еще, блин. Опа! Вообще шикарно! Ты такими словами кого-нибудь вызовешь, блин. Все вообще шикарно. Так, надо камни сейчас будет организовать побольше. Я тут карьер дорабатываю Ну, поздравляю тебя с немножко. этим. О, песня заиграла из 2К 17 года. Круто, что хочу Если не сказать. с 16-го. А по-моему, даже 16-й год. У нас больше большого двойного сундука земли. Терраформинг точно надо организовать, было бы хорошим. Ай, я на твой огород почти упал. Ай, кто там? Забавно. А, серьезно, я против монстров вывожу катку. Я вывез. Почти. Не хватило немного, жаль. Обалдеть, сколько тут пауков, блин.
Ай! Чё бьёшься? А, я тебя задел, что ли? Ну да. Всё, отхилился. Всё шикарно. Нам нужны стрелы, нам надо лучников гасить, походу. Адских лучников этих? Нет. Да ты... Скелетов тогда. Ну иди сюда, костяшка. Ну, стрел с них не очень-то много упадает. Их проще... скрафтить проще. Правда, кремния надо много набрать. А это не так просто. Там кто там такой самоуверенный себе? Это не я. Я не самоуверенный. Да там скелет уже страх потерял просто. Да ты... Офигевший совсем. Блин, слушай, нам надо несколько таких мечей, пару стаков точно будет. Пару стаков мечей? Я... Ты чё, обалдел, что ли? Я просто уже на 1/3 его сломал. Ну не, старайся экономить его. Ну, если в критических-то ситуациях его... Впрочем, юзают, то... не сказать, чтобы сильно дорогой он. В аду так, такой руды полно. Надо картошкой заняться. Слушай, картошка есть у нас, нет? У меня не растет картошка. У меня растет в теплице, главное. Это главное. Я не понимаю, почему она у меня перестала расти. У меня растет все в теплице. Просто тупо не растет. Вообще. Так, мне... я тогда поищу как картошку хватит. У нас здесь. Где она? Где картошка? Картошка, картошка. У тебя картошка где? У меня, ну, в моем огороде где. Я у тебя пару штук возьму. А там не выросшая вообще картошка. Ну я ее попробую в теплицу сейчас прорастить. Ай-яй-яй-яй-яй. Я и фрит, мне больно. У тебя некоторые вообще не дала плодов. Картошка. У тебя есть еще картошка? А та, которая выросшая, я ее съел уже всю. Еще картошки надо. Ищи картошку. Будем мы пытаться прорастить в этой недоделанной теплице. Недоделанной теплице. Ну, потому что я теплицу реально не доделал, что ты хочешь. Так, мука, 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 мука. Нашел. О, растет, вообще шикарно. Вон как. Да. Так, надо костные муки, короче, нафигарить. Ой, господи, блин, как ломается блок, а. Так, костные муки надо побольше. Никаких проблем, надо скелетов убивать и все. Да у меня кости есть, сейчас я буду набирать их. Ты зачем из адской фигни строишь дом? Объясни мне, пожалуйста. Это не дом. А че? Такое, что другое. Блин, опять камень этот закончился. Да еще скажи, что это курятник, блин. Нет, у нас вот еще нет, у меня 27. Нет. Иди сюда. Ты не гадай, штук. Ты бы проверил бы сам. Хотя какой проверять? Почему двери открыты 27 в моем доме? 27 штук, я говорю. У меня, говорю, 27 штук есть. Ты... Кого? А, камни, что ли? Нет потолка. Мне одной штучки не хватило. А куда идти-то? Говорю, здесь в сундуках, ё-моё. Ну ты, ты говорил, сюда иди. Для чего? Ну, да, блин, сколько тут серебряных. Ну, а я понял, что адский прикол. Слиток. Мне одной штучки не хватило. Если ты про адские камни, то у меня их полно. Ну вот, мне одной штуки не хватает.
Давай, короче, это тоже к тебе положу. Ну вот, смотри, в общем, нам надо дофига лазурита. В сумеречном лесу можно найти. Кстати, здесь зеленый краситель был еще. Сейчас надо как-то пытаться делать. Так, все, сейчас будем пробовать заново. По-моему, вот так. Вот так. Опа, дождь, тебе надо стать человеком. Фуф. А по-моему, спать уже нам не надо. Сейчас рассвет сам наступит. Только с дождем, правда, мобы не будут умирать. Вот это, короче, все в сундук. Зачем мне вообще инвентарь? Какого фига забит? Да какого фига я вообще картины с собой ношу? Да у тебя спросить надо, не у меня. Да боже. А мне же... Че, офигел совсем? Да. Офигел. Сука, я ж тебя сейчас вынесу нафиг. Вынес. Придурок. Мешают, блин, крафтить типичные стекла мне. Слушай, а как кнопка крафтится, ты не помнишь? Для этого не просто булыжники надо, а этот камень переплавленный. По-моему. Да, точно. Четыре штучки надо. Блин, наоборот, может как-то. По-моему, стекло вот так надо раскладывать. Да, по-моему, так. Точно. Так, краситель, краситель, краситель. Краситель, ага, краситель. Отлично. Ну чё, у меня для тебя плохая новость есть. Какая же? У нас нет ни шиша. Кого нету? Это у тебя нет, у меня всё есть. Лазурита. А, лазурита. Лазурита надо. И руду, когда копаешь, из него так много упадает. Да, когда, короче, адский камень видишь, и его не нужно ломать. С реалмитовой киркой лучше не ходить. А еще одно яйцо, да что ж ты будешь делать, а? Опа! Мука кончилась. Сейчас еще мы сумеречный лес-то пойдем, нет? Да-да-да, сейчас я картошку доворачиваю. Сейчас у тебя постоянно, блин. Да я картошку просто более-менее проращивал, чтобы она была у нас. Что, бульбочку проращиваешь, блин? Кого? Бульбочку проращиваешь. Боже мой, не люблю, когда так говорят. А мне нравится, смешное, по-моему, слово. Все, картошка у нас есть теперь в количестве 61 штуки. Пока что временно. Так, это сейчас я выгружу все лишнее. Так. Это чё, кто чё? Такой да, вообще? Где? Ты про меня, что ли? Это ты кто такой вообще? Грю какой-то. Грю, блин. У меня каски нет, у меня каску надо найти теперь. Где каска? Так, у меня есть только... Кстати, подкрадули. А, у меня каска есть какая-то железная, уже сойдет. А где они? А, вот они. Все, пойдем. На лютых подкрадулях. А что вообще такое? Ты можешь мне объяснить, что это такое? Ну ты сам, ну зайди, посмотри. А где вход-то, блин? И на шиша это надо. Я не пролазю. Ты стань нормальным, а? Ты туда не пролезешь в таком виде. Мутант, блин. Да что ж такое, а?
Ай, блин, я в ад пошел зачем-то. Сейчас обратно приду. Через пол надо было не входить в портал, а через него проходить. Если бы я знал. Так, ладно, пошли в сумеречный лес. Двойной проход в портал, блин. Правда, 25 минут уже, кстати. Да чё, мы начинаем. Так, почему-то зомби вообще, кстати. А теперь я бы хотел узнать, как делается карта сумеречного леса. Ты не бейся, пожалуйста. Или кто? Это кто? А, это ты бился. Я уже думал, неужели дождь меня бьет? Я уже думал, меня дождь бьет. Че? Как? Я говорю, тебя не смутило, что корова бегает, прыгает здесь? Ну. А седлать тебя можно, нет? Нет. Фокус магической карты. А где взять фокус магической карты? А, надо воронье перо, факелон и светопыль. Лабиринт. Так, где я тебя хочу найти? Надо этот... Светящейся пыли надо кусок взять. Так, мне нужно стать птичкой. В кого еще ты переродишься, извини меня? Алихач умирает под дождем или нет? А, Алихач не летает. Хотя так-то он летает вообще. Может, Рейнбур летает? Нет, я вспомнил, он не летает. И Том Смерти, по-моему, тоже не летает. Кем бы стать-то? Птичка. Где птичка? Я что-то не вижу птички. Где же птичка-то? Я же мог становиться птичкой. Где птичка? А, вот птичка. Я должен стать птичкой и убить ворону. Только из нее я смогу получить карту. Из ее пера карту можно получить. Ворон надо искать где-то. У этой птички так мало хп. Одно всего. Одно хп? Ага, полсердечка, да. Так что, если я наткнусь на мобов, будет беда. Что-то я вообще не вижу здесь птиц. А, по-моему, кстати, возле лабиринта птички были. Блин, этот дождь раздражает, если честно, меня вообще. Да что там было на улице сейчас? А, вот маленькая птичка, но где же вороны-то? Блин, тут волки злые, блин. Мы этот лабиринт обходили уже, надо... Ну, как-то надо искать этот лабиринт Минотавра. И это было бы легко сделать через карту. Но для этого надо найти ворону и убить ворону. Из нее сделать перо. Из нее взять перо и сделать из него магическое перо. А еще надо бумаги много. Тут зомби маленькие где-то. Где же вороны-то? А, вот ворона. Стой. Стой, ворона. Блин, ворона летает очень быстро, очень неловко. Где он? Стой, 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 дай убью тебя. Как он летает быстро, и мне по нему очень тяжело попасть. Отлично, два пера таких выпало мне. Отлично, теперь мне надо факелон найти. Короче, к Минотавру мы еще не пойдем. Мы сейчас займемся тем, что... Я сейчас займусь тем, что сделаю... Что добуду ресурсы для карты. А это что такое? А это грибы какие-то. Нафиг мне грибы, мне надо этот факелон, чтобы у меня был. Еще ворона. На всякий случай убью. Вдруг пригодятся еще перья.
Эй, да стой, блин! Это олени такой звук издают? Не знаю. Отлично. А сколько перьев выпало? Сколько перьев-то? Еще одно. Так, надо в пещеру какую-то искать. Там факелон ты найти. Открадули. Блин. А, вот пещера. А как они выглядят? Объясни мне. Они такие... Их можно найти в пещерах, они светятся так. А, такие цветы, да? Ну да, из них, короче, это... Не понял. Меч не работает. Я уж собрал их немного. Короче, у меня... Я стал это человеком, у меня пол сердечка, и у меня они не восстанавливаются. Вот не дай бог. У меня так всегда теперь будет. Не дай бог, это баг сейчас такой будет. Вот не дай бог, меня сейчас убьют, и я так и останусь таким односердечным. Полсердечным, блин. Я думал, железо тут лежит. О, лазурит. Тут руда лазуритова есть. И много, причем довольно-таки. Ну, не много, но 30 штук выпало. Блин, кто-нибудь бы убил меня. Вот здесь очень много пауков где-то отображается. Ну-ка вот, что будет, если они меня сейчас убьют? Они... А у меня одно сердечко останется после возрождения или нет? Я вроде должен нормально вернуться. Ну, надеюсь. А то с дождем меня подвело. Не дай бог здесь подведет так же. После перезапуска, конечно, это все пофиксится. А где пауки-то? Что-то я не вижу вообще. У меня факелон-то есть, 3 штуки, тебе надо? О! Это... Прикинь, короче, у меня отображалось полсердечка, я, короче, упал, и у меня это сердечки тупо восстановились. Столько, сколько бы я получил их урона в падении. Короче, да, это баг был. И мне с ним повезло. Так, тут волки, не дай бог, они меня будут бить. Так, сколько... Что еще один надо раз для... Не больно. Что еще для этого пера надо? А, светопыль. Светопыль. Ладно, короче, надо вернуться домой и сделать... карту. Этим мы, пожалуй, займемся в следующей серии. Если вам понравилась эта серия, короче, с вас лайкос, подписывайся, с нас отличные видосы. Ненавижу, когда так лагает. Подписывайтесь на стримерский канал, мой влоговый канал, с поддержкой ВКонтакте, и всем пока!